каждым днем городской округ становится все чище. Центральные улицы, дворовые территории, парковочные места, а также парки и скверы благоустраивает огромная команда коммунальных служб. В рамках месяца чистоты и порядка задействовано только дворников, более 300 человек. Убирается все. Прошлогодняя листва, мусор, а также остатки снега рыхлятся, чтобы они поскорее растаяли. А также промываются дворы, дороги от всей пыли. Всего же до мая благоустроят свыше 600 дворов, отремонтируют цокольные и чердачные помещения более чем в 1400 многоэтажках. В рамках месяца чистоты и порядка заботятся и о зеленых насаждениях. Так, восстановят более 8000 квадратных метров газонов. Отдельное внимание при уборке уделяют местам отдыха жителей и гостей Химок. Преобразят около 130 парков и скверов. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.